Короче, никто меня не просил, и никто меня за язык не тянул. Но я решила сделать таймлайн и его объяснить. Вообще, данное видео я хотела записать давно, а вчера даже попыталась это сделать. Ну, в итоге я просидела 3 часа, я рассказывала без сценария то, что я полгода назад хотела разбить на 4 видео с очень мощным продакшеном. После этого у меня село горло, и мне больше не хочется подобного делать, как минимум в ближайшее время. Я не умею говорить, чего вы хотите от меня. Таймлайн я в итоге сделала и выложила на свой Dementor, так что можете его заценить. Я потом все равно сделаю то, что планировала ранее, просто немножко, ну либо не немножко позже. Ну то есть, да, я сделала то, что планировала, и буду не оригинальной сволочью. Но пока можете заценить то, что есть у меня.